Leg out. Yellow model cheat. Yellow bottle sipping. Yellow Lamborghini. Hi guys, this is my first blog. Проснулся, короче, пораньше и решил заснять видео, объяснить ситуацию, что да как. В данный момент, короче, нахожусь в Киншасе. Я уже был в Украине, я уже летал в отпуск. Ничего особо интересного. Вот. Ну и потом обратно вернулся в Африку. Здесь уже как полтора месяца в Киншасе. И сейчас собрался, проснулся пораньше. По моему виду ясно, понятно, что я не выспался. И собираюсь сейчас, вон там уже вещи мои стоят, уже собрался ехать на Бразу. Переплывая реку Конго с Киншасе на Бразовиль. Вот. Сейчас заеду, поем. Сейчас ко мне заедет машина. Ну и буду потихоньку выезжать уже. Вот. Рад, не рад, не знаю. Пока еще не понимаю. Приеду туда, побуду там пару дней, там уже будет видно, рад буду или не рад. Вот. Ну так вот, как-то так все получается. Погодка сейчас вот такая. Солнце, все дела, жарко очень. Там мои вещи стоят. Сейчас машина сюда подкатит, буквально через секунду. Только почему заново заезжает, не понять. Залез уже, короче, в машину, и сейчас еду уже в порт. Вот, в порту меня встретят, сумки положат, короче, все сделают без проблем. Я же белый. Здесь говорят именно так. Вот. Погодка что-то начала портиться. Как-то странно. Вот. Тучи какие-то непонятные. Но на самом-то деле Киншаса мне долго не хотела отпускать. Долго не готовили документы. Около 2 дней там. Вот. И сейчас Киншаса расстроена, что Жека выезжает. Такой спасательный жилет, чтобы не утонуть. Мало ли что. Здесь течение вообще нереальное просто. Вообще круто. Это второй раз уже, когда я пересекаю реку Конго. Офигенно, на самом деле. Эмоции, опять же, не передать. Это нужно только попробовать. Hi guys, this is my first vlog. Приехали, короче, в кафешку. Кафе, ресторан, скорее всего, ресторан. Называется Мами Вата. По-моему, это в переводе типа как русалка какая-то или что-то такое. Это мне говорили, что в переводе это русалка. На самом деле не знаю, но вот. Сейчас на берегу Бразы, это Бразовиль, с той стороны Киншасы. Вот. И вчера я приехал именно оттуда. Заказал, короче, себе пиццу и какой-то коктейль на выбор официанта. Я не знаю, он мне сказал какой-то, я думаю, ну ладно, закажу.
пицца стоит $16, коктейль стоит $8. Короче, вообще, если честно, дороговато, но круто. Там вот еще пирс, надо будет на пирс туда сходить. Да. И вон там вот еще, я еще там по-любому побываю, это Бразильский мост. Я его с той стороны, когда был на Киншасе, с той стороны видел его. Я, кстати, был где-то там вот далеко. Нет, вот там вот я был. А вот Бразильский. А, я вижу. Вот. Еще по-любому там побываю. И еще что хотел сказать. Хотел передать привет. Таня, Аня, привет вам с Африки. Мама, папа, Вадим, здорово. Что там, как дела у вас? Я вот сижу на берегу реки Конго, с другой стороны Браза, точнее Брази, там Киншаса, все дела. Пью коктейльчик какой-то кисляцкий, но вообще прикольный на самом деле. И трубочка какая. Трубочка, как и подзорная труба, в нее можно смотреть и видеть Киншас. Коктейль вообще просто нереальный. Дело в том, что здесь еще классно то, что можно ходить, снимать видео, и никто тебе, по сути, ничего не скажет. Ну, я так думаю. И, не знаю, место вообще офигенное. Я думал, что мне здесь не понравится, но мне здесь уже нравится. После того, как я сходил в кафешку, вообще кафешка офигенная. Виды офигенные. Люди, кстати, тоже воспитанные. Вообще круто все. Вот. Ну, как я говорил, сейчас, короче, домой. И ложиться спать, потому что я после еды что-то устал. Зашли, короче, в местный рынок. Я снимаю так втихаря, чтобы особо никто не видел, потому что могут кричать, не знаю, возмущаться и так далее. Зашли, короче, за продуктами. Вообще, вот какая-то корова справа от меня. Заметили? Вчера был очень сильный дождь, и вот такие вот здесь потопы. Ну, рынок вы видите сами какой, что как происходит. На самом деле прикольно. Здесь просто нереально пройти. А здесь очень много воды. Нужно очень аккуратно здесь. Ну и мы живем же около этого рынка. И как раз мы вот сейчас здесь. Все прикольно, круто. Очень колоритно. Если я хочу, кстати, купить такой костюмчик, как у этого типа. Он, кстати, стоит недорого. А вот мы вышли уже, короче, на главную улицу. С того рынка оттуда вот прям. Жесть, нереально.